Публикация работы системы ПВО в соцсетях может раскрыть противнику расположение техники вооруженных сил РФ. Это грозит новыми атаками на гражданские и военные объекты. В комментариях к публикациям об атаках беспилотников и работе систем ПВО запрещено уточнять информацию о месте, где это произошло. При обнаружении беспилотника в воздухе нужно сообщить о нем по номеру 112, указав ориентиры и направление полета. Беспилотник можно снять на видео, чтобы затем предоставить его сотруднику спецслужб или правоохранительных органов. К обломкам беспилотника нельзя приближаться. Кроме того, возле них лучше не пользоваться включенными гаджетами. А тех, кто снимает обломки беспилотника и работу систем, а затем размещает фото и видео в социальных сетях, просят сообщать правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.